В летний период времени мы играем на летнем теннисном корте, в зимний период занимаемся в спортзале. Время занятий с 14.00 до 17.00 с понедельника по пятницу. В процессе обучения вы можете обучиться полноценной игре в большой теннис. Как маленькие дети с 7 лет, так и пожилые могут прийти и позаниматься, обучить технику игры в большой теннис, правила игры и провести с удовольствием время на спортивной площадке, играя в большой теннис. Много кто приходит, первый раз ракетку берут в руки, но за время отдыха в течение недели обучаются, и на всю жизнь им остается эта техника в памяти. И уже потом где-то как-то могут уже поиграть с кем-то в паре, то есть постоять, подействовать, владение мячом, подачу обучения, обучение полностью счета, как ведется счет в большом теннисе. Теперь я вам расскажу простые базовые элементы набивания удара возле стенки. Есть удар справа, то есть просто набиваем справа и работаем ногами, чтобы нам было удобно. Также можно слева набивать, слева можно как одной рукой набивание делать, так и двумя работать. Конечно, есть более тонкости, такие как резанный удар, кросс. То есть это уже потом нарабатывается со временем, с опытом. То есть нужно работать над этими ударами. Потом это все повторяется на площадке. И в процессе игры уже нарабатывается техника этих ударов. Возле стенки можно работать также без инструктора. Взять ракеточку с мячиком и 5-10 минут проводить с ударами справа, слева. Вас подкорректирую, и будете уже уметь набивать ракеткой мячик, ставить удар. Проводим отработку ударов с задней линии, как справа, так и слева. То есть бьем через сеточку. Со скока мяча бросаем, работают ножки, проводим удар. Если присутствует партнер, то, соответственно, партнер отбивает вам в обратную сторону, и вы уже можете начать между собой игру. Также проводится обучение удара слева, то есть слева можно бить как одной рукой мячики, так и двумя. То же самое, то есть если присутствует партнер, то мы, соответственно, отбиваем с той стороны и можем играть. Также проводится подача мяча сверху. Через линию в квадрат нужно попасть. То есть здесь отрабатываем подброс мяча, чтобы у нас ровно мяч летел. И, соответственно, удар по мячику сверху. Нужно попадание в квадрат попасть. Когда игрок уже отработал подачу и на задней линии удар справа-слева, уже можно приступать к игре. Счет в игре ведется 15-0, 30-0, 40-0 в гейме на подаче одного игрока. Потом меняются игроки при подаче. И так играется до 6. Если счет 5-5, то до 7. Если 6-6, то играется тайбрейк. И теннис состоит из трех сетов в большинстве случаев. То есть играют до двух побед.